Площадь республики на один день превратилась в фотосушку. Горожане смогли увидеть сотни оригинальных фотоснимков из жизни столицы. Такая необычная акция проводилась впервые и приурочена ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. А ее участником мог стать любой желающий. Нужно было всего лишь распечатать фотографии и принести их на сушку. К такому интересному мероприятию подключились и студенты. Для меня это очень большое событие. Я во всех таких мероприятиях участвую. Все-таки я тоже рад помочь людям. Все-таки я тоже считаю это помощью. Помощью тем, что вот люди приходят, смотрят на фотографии, видят себя, видят своих родственников и тоже берут себя на память. Очень интересно посмотреть на ветеранов. Вот очень хорошие фотки, когда фотографии, когда вручают им грамоты, когда они мероприятия проходят большие, они сидят на передних рядах и их фоткают, прям очень красиво выходят. Мне нравится. Я тоже думаю, себе заберу такую фотографию. Около 1000 фотографий из архива фотохроники «Город в событиях» были представлены на фотосушке. История города Чебоксара, запоминающиеся события с городских праздников и спортивных состязаний. Все это можно было увидеть здесь, на фотосушке. Особенность этой акции в том, что с собой можно забрать понравившуюся фотографию. За 5 лет накопился широкий большой архив. У нас получается более 1000 фотографий сейчас. И мы решили именно в этот день эти фотографии подарить, по сути, тем, которым они и принадлежат. Это нашим гражданам, нашим жителям города Чебоксары. Они там могут найти каждый себя, своих знакомых, близких, родственников. Фотографии можно было не только забрать себе, но и подписать свой фотоснимок и оставить послание будущему обладателю. Акция «Фотосушка» заинтересовала многих горожан. И стар, и млад пожелали оставить снимок любимого города себе на память. Я, в общем-то, люблю наш город Чебоксары, поэтому фотографии тоже. Я их с удовольствием себе заберу. Запечатлены события города. Я думаю, каждый горожанин участвовал в этих событиях. Я обязательно их повешу у себя, любоваться. Эти воспоминания я все-таки давно в Чебоксарах. Вот. Так, посмотреть, потому что город еще был до меня. Какой он был. В администрации столицы считают, что просмотр памятных снимков о родном городе вызывает только положительные эмоции. Поэтому акцию «Фотосушка» планируют сделать ежегодной. Анастасия Захарова, Екатерина Ингалакова, «Жизнь столица».